Всем привет! Сегодня мы будем готовить вкусную закуску под названием чесночница. Для этого нам понадобится хлеб, 2 плавленых сырка, майонез, 3 вареных яйца, чеснок и огурец. Ну, поехали! Для начала мы натрем наши сырки на мелкой терке. Далее туда же трем вареные яйца. Выдавливаем чеснок. У меня такой мощный-примощный зубчик. Поэтому я взял один. Достаточно, я думаю. Медленько порежем огурец. Так как вся закуска натерта на терке, поэтому я решил его мелко порезать, чтобы хоть что-то во рту похрустывало. Хотя можно его натереть на терке. Все смешиваем. Добавляем майонез. Еще раз перемешиваем. Все равномерненько распределяем. Втираем. Остановимся, попробуем. Изумительно. Ну просто изумительно. Теперь я обжарил на сухой сковородке хлебушек. Можно это сделать в тостере. Намазываем нашу чесночницу на хлеб и наслаждаемся этой великолепной закуской. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментарии. Готовьте вместе с нами. Кушайте вместе с нами. Всем пока-пока!